протестов в Бразилии не видно конца. На минувших выходных на улицы снова вышли десятки тысяч человек. В связи с происходящим бьют тревогу не только политики, но и экономические эксперты, которые делают свои выводы. По последним оценкам Центробанка, бразильская экономика в текущем году вырастет почти на 3%. Это меньше, чем ожидалось. Еще в 2010 году страна переживала экономический бум, но в последние годы рост замедлился, и оживление экономики пока не предвидится. Также имеет значение тот факт, что потребление обеспечивает 60% от ВВП Бразилии. То есть стабильность в стране сильно зависит от покупательской способности 200 миллионов жителей. Уровень потребительского доверия сейчас в стране на самом низком уровне за последние 3 года.